Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1411. События дня. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. За 21 октября 2019 года. Ну и обращение о помощи. Можете считать и затормозить курсором. Мне долго на одном месте. Можно не стоять. Вел знакомая, пишет одна, что и бабушка нашлась столетняя. Я не знаю, то ли это там. То ли плохо видно. Вот видишь, плохо видно. Я даже не видел, что с какого. Я маленько вернусь назад. Вот. Знакомая. Ей теперь, когда брали интервью, было 91 год. Это 10 лет назад, кажется, было.
Вот события дня. День прошел, один дома. Чем заниматься? Раз по воду сходил к колонке. Как вчера начал кормить жуланов и воробьев. Перед окном у меня ящика, кормушка. Тоже забавно. Это уже два дня, даже в рулетку не выходил, кажется. Или полтора дня. Некогда было все. Какая-то работа. Голубям слазить, покормить. Здесь покормил, интересно, что прилетают они. Я кричу им, они вылазят из голубятни-то и ко мне под ноги лезут. Вот так. Много вчера послушал опять роликов. Ну, определенно у меня направленность. Вот один какой-то есть, он все о войне, рассуждает. Документальные, не артисты. Мне и та, и другая сторона воюющих узнать как, а потом уже делаю вывод. Много времени ушло. Закачивал что-то. И на этом все. Что же такое у меня, почему? Так. Туманно-то. С чем это связано? Туманно как. И даже не увидел, когда она туманно пустила. То ровно было, видно букву было, а тут явно не видно. И что теперь делать? Ну, если закончили, то включи.